17 октября в Крокусе на российском турнире «Большой кубок Прометея» наша ученица Анна Тикунова и ее партнер по танцам Егор Исайкин взяли два золота в категории «Юниоры 2+1» – RSST и «Латино». В категориях «Юниоры 2» – открытый класс «Латино» – ребята взяли серебро, а в стандарте – бронзу. Поздравляем тренеров, спортсменов и родителей с такими отличными результатами. 18 октября в городе Щелково проходило открытое первенство Московской области по кёкусинкай. В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов со всей области. Климент Ткач стал чемпионом абсолютной весовой категории 65+, в возрастной группе 14-15 лет. Поздравляем с победой!